Не секрет, что количество рекламных конструкций год от года становится все больше. А вот качество лучше отнюдь не становится. Кроме того, рекламодатели в погоне за прибылью совсем забыли, что они являются не только продавцами товаров или услуг, но и членами общества, а значит, несут ответственность за облик города и за безопасность жителей. Вопрос о рекламных баннерах активно обсуждается не только в нашем регионе. Крупные металлические конструкции портят внешний облик городских улиц, отвлекают внимание водителей, а кроме того, могут быть опасны. В Кузбассе уже были случаи обрушения рекламных щитов во время ураганного ветра. По решению местных властей и прокуратуры города, работники Беловского спецавтохозяйства вчера демонтировали опасную конструкцию на улице Октябрьской. Данная работа выполняется нашей организацией по договору со службой заказчика по ликвидации, значит, вот этих рекламных баннеров, которые незаконно установлены и угрожают жизни окружающих, жизни наших горожан. Принудительный демонтаж баннеров и щитов является первым этапом наведения порядка на рекламном рынке города. В общей сложности демонтажу подлежит 31 баннер. Часть из них нарушает закон о рекламе. Часть установлена с различными нарушениями. Есть и такие конструкции, собственники которых задолжали бюджет города огромные суммы.